Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева вышел на финишную прямую. Рабочие завершают укладку дорожного покрытия и готовятся к нанесению дорожной разметки. Работы проводят преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. В настоящее время проведены работы по замене слабых грунтов, устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также проведены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В настоящее время ведутся работы по устройству защитного слоя и щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы идут с опережением срока и в ближайшее время будут завершены. На улице Всеволода Сибирцева теперь появилась полноценная пешеходная зона. Кроме того, строители установят леерное ограждение для безопасности горожан. На улице Верхнепортовой заменили более 6 тысяч бордюров, восстановили люки и решетки инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытия. Строители завершили укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона на основном участке дороги. Площадь нового дорожного покрытия около 31 тысячи квадратных метров. Уложено более 10 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Работы вышли на финишную прямую. После укладки финишного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на дорогу будет нанесена разметка. То есть, я думаю, со следующей недели мы уже приступим к нанесению разметки на данной улице. На всех этапах строительных работ ведется проверка качества уложенной асфальтобетонной смеси, а также проверяются сертификаты качества на используемые материалы. Продолжаются строительные работы и на улице Светланской. В минувшие выходные на участке от памятника морякам торгового флота до дома офицеров флота компания-подрядчик выполнила укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на межпутье. Продолжается демонтаж трамвайных путей в районе остановки до ВГТУ, а также от дома офицеров флота до перекрестка улиц Светланская у Боревича. Заасфальтировать в этом году планируют около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров. Также уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона, заменено порядка 30 тысяч бортовых камней. Работы ведутся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Олег Завьялов, Анна Бережная, новости на Восьмом.